Наполеон I, он же Наполеон Бонапарт. Родился в 1769 году в городе Аячо на острове Корсика в семье мелких аристократов. Получил хорошее образование, освоив неродной французский язык. Военную службу начал в чине младшего лейтенанта артиллерии. Выдвинулся в период Великой Французской революции, достигнув чина бригадного генерала. При директории дослужился до дивизионного генерала и должности командующего военными силами тыла. Затем стал командующим итальянской армией. Позже возглавил военную экспедицию в Египет. В ноябре 1799 года совершил государственный переворот, в результате которого стал первым консулом, установив диктаторский режим. Провел ряд важных реформ и был провозглашен императором. Осуществил победоносную австрийскую, прусскую и польскую кампании, превратив Францию в самое могущественное государство того времени. Потерпел поражение в столкновении с Российской империей и Великобританией. Умер на острове Святой Елены пленником англичан в возрасте 51 года. Вопрос на диспут. Наполеон Бонапарт – освободитель или узурпатор?